Жителям юго-западного района Чебоксар придется запастись терпением до середины августа. Сейчас на улице Гражданской рабочие реконструируют дорогу, а по выходным ее будут полностью перекрывать. В управлении ЖКХ и благоустройства сообщили, что на такие меры пошли из-за строительства ливневой канализации, которой, кстати, здесь никогда не было. Поэтому очень часто на магистрали образовывались огромные лужи. Первые ограничения начнут действовать уже сегодня. С 10 часов вечера проехать по Гражданской улице машины не смогут. На участке от кольца до пересечения с улицы Олега Кошевого строители будут работать до понедельника. Далее, каждые выходные до середины августа подрядчик будет планомерно двигаться дальше. В городской администрации рассказали, как будет организовано движение транспорта в субботу и воскресенье. Движение общественного транспорта и всех видов транспорта будет запрещено на этом участке. Общественный транспорт, троллейбусы будут объезжать до улицы Чернышевского по улице Энтузиастов. Автобусы и маршрутные транспортные средства смогут двигаться по улице Кошевого. На период ограничения по улице Олега Кошевого будет введено ограничение остановки транспортных средств с целью повышения пропускной способности для общественного транспорта.